В городском округе Люберцы заработают творческие мастерские Деда Мороза. 17 и 18 декабря с 12 до 18.00 акция пройдет в торговом центре «Орбита», а 17 и 24 числа в это же время в общественной приемной партии «Единая Россия». В мастерских Деда Мороза дети смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению новогодних украшений и поделок. Для маленьких жителей округа приготовят подарки. Пока дети будут заняты творчеством, представители «Единой России» ответят на вопросы родителей и примут обращения, которые в дальнейшем будут решены местной общественной приемной партии.